Всем привет, дорогие зрители! Сегодня 15 апреля, я приехал снова на рыбный рынок. Хочу показать вам, что здесь продается и какие цены на сегодняшний день. 15 апреля. Время сейчас 13:13. О! Увидели? Так, дорада, цен пока здесь нету. Алани, курбис 40 лир. Краб. В этом магазине цены не поставили. Леврек 110 лир. Алания, леврек. Морской леврек 130. Сибас. Угу. Посмотрим, что здесь еще есть. Кальмар. Джумбо, карадес, креветки. Карадес это по-турецки креветки означает. Карадесы фиаты не кадар абже. Занят человек. Пойдет в другое место. Уста, селамун алейким. Калямар фиаты не кадар? Килосу ма? Килограмм 250 лир кальмар. Был шеме октопод, осьминог. 300 лир. Кило. 100 лир маленькая креветка. 300 лир. 500 лир. Джумбо. Бу не балык? Лагос. Я вот эту рыбу стараюсь подводной охотой ловить. Арахпалы. Лагос. Ирида? Ирида. Оно фиаты? 400 лир. Кило. 400 лир стоит. 400 лир стоит килограмм лодос. Ирида, Ирида лагос. Араб балык по-турецки называется. Я в основном подводной охоте охочусь на нее. Она под скалами. Вот такая, рот у него большой. Внутри что-то есть там, да. Поймали прямо, когда кушал. Бедный. Вот здесь рыбы. Лодос. А, вот, это рыба. Лагос. Эпинефелиус чанисус. Канисус. Кенисус. Доктор группе. Вот, такой тоже. Физгили лагос. Вот я такой еще лагос. Оно да я калю, мен палышчу имя. Бұлары яқылым. Лагоста яқылым. Яқыладым, я. Білеру. Бұрысы тәржімасыны, инглишесіні білеру. Вот. Я хочешь на эту рыбу, на эту в основном. Барбуня нерде? Бумо? Таш барбу, вот такие барбу. Йо, бу бизим Акденіздеки барбунялар. Сунда такир, о такир. Сары var ya böyle сары. Biliyorum, biliyorum, о. Таш барбу, да, о, шуанда, бұлайында гөстердім. И на барбуню, вот этот, вот на него похож, а вот барбуня, вот такой, я, мы ловим. Их тоже сложно ловить, они стрелой, там, гарпуном. Сложно его ловить. А, вот, орфос. Мен буну якал, дьорм. Куда гидьо? Он шуанда ясахта ду. Тазбен поямас. А, поямас. Вот она запрещена, но я его большую ловлю. Мен бюйне якал, дьорм. Ясах. Нельзя продавать, запрещено. Ама чучуклерни ясак, бюйклерни. Ну, апси, о, шуанда, сулеки ясахта шуанда. Вот это рыба. Лагоз дейл, да, о. Эн гюзель балык боумда. Сама лучшая рыба она. Аллан. Мюрен нерде? Мюрен var mı? Я еще мюрен алал. Мюрен де якаладым, о гюн едим, гюзел. Мюрен ызгарасы гюзел олур. Суперди я. 2,5 килолук, 2 тане. Оны шиш yapacaksın, çok güzel olur. Шиште ама бишмиор, оны гюзелче бен şey yaptım. Соса боса бисе yaptım. Aynen. Сарымсакла, şeyin içinde kaynattım. Бембеяз эт. Советую попробовать мурено, есть специи, как его приготовить. Буне балык? Турна балык. Турна. Паламут. Паламутун фиаты? Килосу. Бу чай балык ма? Илан балык. Чай долбит. Чай долбит. Это рыба змея в речке, которая. Оно фиаты не кадар? Оно 100 лира. 100 лир стоит килограмм речная змея, вот эта рыбка. Паламут 51 килограмм, туна. Чупра 120 лир у него. Леврек 100. Ну, давайте я в конец пойду.
Асмило. Так. У меня здесь это. Geliyorum. Tamam, çektim, çektim. Tamam. Teşekkürler. 100 lira. 100 lira. Meşhur edeceğim. Tamam, tamam. Anladım. Мне вот здесь точка. Вчера дочка молотком ударила по носу. Да. Kaptan. Tamam, reklam oldu. Sağ ol. Oh, Jumba Karades. Так. Yes. Yes. Herkes geldi. Yes, yes. Evet, ne lazım? Bir şey. Kilosu ne kadar bunun? O 220. Маленький кальмар, 220 лир. Ah, пахнет. Теперь руки надо помыть. Dil balığı mı bu? O şey, fere balığı, altıki dil balığı. Это рыба, это рыба язык, на язык походу, да, такой, такой. Так. Onun fiyatı ne kadar? Dil balığı. Dil balığı. Кто не видел? Глаза видите какие? Senin telefon ne marka? Poco. Poco. Xiaomi. Neden sordum? Aha. Işığı görebiliyor ama pop 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 yapmıyor. Anladım, yapmıyor. Müzik yapıyor. Xiaomi, Xiaomi al. Xiaomi. Xiaomi, güzel marka. Şey somon bu hangi somon? Karadeniz mi? Böyle aynen aynen. Ben de bazen yapıyor aynen. Bunun adı ne? Şey somon ne? Nerede somon? Norveç mi? Bu Norveç mi? Onun fiyatı Norveçki vasoş. Normalde şimdi burada sattığımız 250 lira. 250 lira. Kilogram. 250. Yeah, thank you very much. 250 euro or lira? Euro, lira. En Kafkas Dağıstan. Aa, bebek. Evet, 250 tamam. kaç dolar yapıyor orada ya? Yok, bilmiyorum. 250 euroya mı satıyorsun? Yok, lira. Tamam, tamam. Tak. Самон. Чупура. Чем дальше, тем дороже, не понял. Они побольше какие-то. Мигает экран. А, Лагос. Логос değil mi? Лагос. Tamam. Лагос. Я тот раз поймал в два раза больше этого осьминога, он 2 кило весил. Ох, поел, ну и красиво, вкусный был этот. И мурены. Поел, все, съел. Одна мурена была 2,5 кило. Тащикило разным. Все думают, что пришел покупать, а у меня дел много. Я все равно рыбу ловлю. Вот эту рыбу я ловлю. Вот, 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 вот. Один раз попалась такая, убежала от меня. В скалу прямо зашла. Не смог ее поймать. Все, здесь также, дорогие зрители, есть ресторанчики, магазины, где продаются специи, травы. Салам алейкум. Ну, пройдите по несколько магазинов, посмотрите цены, где выгодно, и там купите. Ну, еще маленький магазин, что-то так. Специи у него здесь. Перец, мерец, все есть. Так. Закон о гражданстве $400 000 вышел, но пока ведутся беседы, то, что его конкретно вывести. Какие-то контакты все делают, то есть контакты говорю. Может быть, выйдет в следующую неделю или 1 мая, как мне объяснил эксперт, который занимается этими делами по гражданству. Здесь вот такой ресторанчик. Еще ресторан. Можете заказать рыбу, привезут и там поставят. Тут у нас по вторникам вторничный рынок. Рядом находится Тапу Кадастр в этой стороне. Чтобы найти это место, вы пробейте там Аланья Хали Хали Пазары. Запомнили? Аланья Хали Пазары. И карта Google или Яндекс привезет вас сюда. Специи. Мыло, шмыло, все есть. Орехи, морехи, вот цены 148 лир. Уйдем куркума 90 лир. Это 50 плюс
Safran ne kadar? Safran 280 kilo. 281 kilogram. Safran, safran. Не забывай берегись. Вот здесь хороший магазинчик. Дорогу же запомнили, как я сюда пришел. Там в той стороне позади была рыбный магазин. Магазины. В этой стороне вот специи. Ага. Здесь сувенирчики продают интересные. Вот какая красота. Домики. 150 лир стоит одна. Может, кому-то понравится. 50 лир, 100 лир. Olmaz mı? Müşteri gelecek, alacak istemiyor musun? Gelsin, öyle baksın. YouTube'a koysam olmuyor mu? Yok, hayır. Tamam abi. Teşekkür ederim. Не знаю, рекламирую их товары, чтобы приходили, купили у них. Люди, не знаю, не понимаю. Там. Все, перемотайте тот момент, не смотрите магазин, дядьки. Зелень, зелень, все вот здесь. Мясо. Цены на сегодняшний день. Все, 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 я вас спасу. Багет, ножка 45 лир. Ножка 38 лир. Ага. Келебек, это попа курицы, вот эта сторона, стоит 50 лир. Кирзола 50 лир. Курочки 40 лир, 30 лир. Куриные крылышки. Крылышки 80 лир, 70 лир. Изгара 275 лир. Курочка. Крылышки 55. 30 лир. Какой-то будет. Курица. Сельская курица 85 лир. Такой я куплю. Bir tane böyle tavuk alabilir mi? Ölmüş mü bu? Ha, umurlu arkadaşlar. Bir tane alayım. Et nerede? Et de burada. Bir tane ayarlayın, geliyor. Birden ayağa kalkar da. Oo. Так, дана кушбаши 145 лир. Касап кёфте. Кёфте, вот это котлета 99 лир. 130 лир. Мясо. Кузу 150 лир. Кыма. Фарш 90 лир. Одну копейку спустили. Куруш. Компания. Хашла малых. Для вот борща, морща 80 лир. Для, чтобы сделать фарш, мясо 115 лир. Дана гюлаш 145 лир. Все, дорогие зрители, вы увидели цены на сегодняшний день, что я сейчас куплю курицу и прямо здесь ее съем. Все, всем пока-пока.